Настроение Копенгаген аэропорт. Наш первый день в Копенгагене. Вот мы выписываемся из Клариона, отеля возле аэропорта. Да, свежо. Ну, не май месяц, скажем, и не Алания. В 15-й раз повторюсь. Но радует, что нет дождя. Мы сейчас хотим направиться в океанариум. Он буквально здесь в 20 минутах пешком от аэропорта. И уже потом поедем в наш основной отель, где мы остановились на 3 дня. Начинаем с ручки. По совету друзей. Даша сказала, нужно начинать с ручки. В общем, это наш промежуточный отель. Только что мы прилетели в Копенгаген. Это вот такой отель в Кларионе. Все, что у них осталось, за 280 евро ночь. Нам, в принципе, до утра нужно поспать, потому что сейчас уже почти 2 часа ночи. А завтра у нас большие планы. И чтобы не сидеть в каком-то лаунже... Ух ты, на 11 этаже. Довольно-таки прикольный. Прямо в аэропорту. Вот, с завтраком. Завтра пойдем посмотрим, какой завтрак. И у нас завтра уже посещение аквариума. Так что раскачиваться некуда. Вот, прикольный Кларион. Но не дешево, скажем так. Не дешево. Вот. Вот такая вот ванная комната. Ага, вот почему 300 евро. Потому что здесь есть душевая с дверью нормальной, а не с половинчатой. И есть ванная. Прикольно. Ну, миленько. Чистенько, здорово, мы в Копенгагене. Вот, вернее, еще в аэропорту. Завтра уже поедем селиться в наш номер. Ну, вот так вот как-то. 280 евро за 12 часов. Вот мы пришли на завтрак. Очень красивая такая столовка, назовем ее так. С роялем. У кого утром остались силы поиграть на рояле, он может это сделать. Большой такой зал. С барчиком. Start your mental... start your meal with your favorite drink. Я думал, что они успокоятся о mental health. Ну, кто про что думает. А тут главное meal свой стартануть с favorite drink. Очень здоровский такой ресторанчик. Набор ананасы. Набор очень здоровский, конечно, всего. Дайся, а что ты там берешь? Слушай, столько вкусного, так столько вкусного и красивого. Очень классный завтрак. Очень классный завтрак. Смотри, какой бекончик здесь. Бекончик, как мы любим. И яичко такое скрамбл, там девушка жарит. Да, реально очень большой набор еды. Большой набор еды. Где круассаны? Кофемашина клевая. Круассанчики малюсенькие, как мы любим. Здоровская кофемашина. Да, очень здоровский набор всего-всего. Запустить кишечник. Мюсли. Что-что? Ну, где-то мы там присели. Еще нет. В общем, что сказать, уставший путешественник, который вчера прилетел из Анталии, голодным не останется. Очень красивый и классный ресторанчик. Удивительный, конечно, вид открывается из нашего окна. Картиночка, конечно, не аланийская, но она и не должна быть. Пасмурно, но главное, что нет дождя. Здорово, там самолеты выходят на рулежку. Обалдеть.
Вот такая вот красота открывается из окна. Sometimes I feel like a mother.